Я ему сказал, что мы хотим, типа, до воскресенья запустить, он говорит, ну ладно, так это воскресенье, понедельник. Поэтому давайте ребятам подарим аплодисменты. Они очень переживали и волновались. В принципе, как и Тимур. Он постоянно пытался отмазаться, говорил мне, иди сама. Я говорю, я не пойду, потому что кудрявая и лысеющая – это отличная пара. Это шоу-дуэт. Это шоу-дуэт, да. Так что можете называть нас сегодня так. И весь вечер мы будем с вами. Добрый вечер, дорогие. Мы очень рады встрече с вами. Так, что же вообще происходит? По бокальчику. Такой голубой огонек РДС. Назовем его огонек цвета мадженты, да, нашего цвета. Итак, давайте, друзья, вместе с нами, под ваши бурные овации, мы всех поздравляем с окончанием сезона. Да, и первый раз чокнемся, как говорится. И второй раз чокнемся, и будем, да, и будем помнить, что надо это делать чаще. Друзья, вместе с нами, всех поздравляем с окончанием сезона. Конечно. Ой, прекрасно, этот звон. От нашего информационного партнера журнала «Пятое колесо». И также мы выбирали лучший кадр сезона. На самом деле фотографы, с которыми я работаю во время сезона, это очень... Автор лучшего фото! Он из Екатеринбурга, снимает для Андрея Остапова. Леша Постный, с днем рождения тебя в первую очередь. И также ты получаешь награду в качестве лучшего фотографа сезона RDS GP 2020. Давайте ему поаплодируем. Андрей, я помню, что не хотел его брать. Так вот, я хочу тебе сказать, я его буду аккредитовать. Сезоне на этапах RDS-GP. Он не сдавался до последнего. Он это сделал! Шикарно! 2020 теперь официально завершен, подведены его итоги. Дмитрий Андреевич, скажите что-нибудь. Да тут уже слов-то нету, одни эмоции. Честно говоря, со слезами на глазах просто провожаем этот... Жалко перстень? Да нет, слушай, мы сейчас новый сделаем. Уже со следующей недели начнем готовиться.